Итак, четвертый последний ролик из серии «Грабь награбленная», зато природа у нас красивая. Значит, для социального принятия того, что Российская Федерация проиграла войну и как это будет действовать, то есть вам описывают это очень страшными вещами, что в каждый дом будет приходить Байден, будет насиловать пенсионеров. Или там Обама приедет еще, даже вспомнит его. Ну, то есть все, что угодно будет рассказывать. Вот, то есть я для того, чтобы вам это было более понятно, что должно произойти и что вы должны, грубо говоря, социально принять и требовать, это такую вещь, как разрешение частных военных компаний. То есть на той бывшей территории, которая была Российской Федерацией. То есть, о, правда, так интересно сказал. Но давайте пойдем с самого начала. То есть все, кто сейчас на данный момент участвует в боевых действиях, в частных военных компаниях, подписали контракт, то есть неважно на какой должности, то есть они находятся в сейчас существующих, действующих на территории Украины, то есть принимающие какие-то действия в войне, то есть все, каждый, то есть абсолютно каждый должен будет подвергнут трибуналу. Вот. И вот после того, как они все подвергнутся трибуналу и будут уничтожены, вот после этого, то есть их там не так много, ну, господи, да, господи, какая-то там элита там, вот, даже не заметите, после этого они должны будут быть разрешены, но аккредитация должна будет происходить данных частных военных компаний на территории Украины, то есть должен быть у нас создан в Украине контролирующий орган, который будет выдавать лицензии вот, для действий на территории Российской Федерации. Соответственно, все это связано, все эти четыре ролика, то есть особенно связано это все с третьим роликом финансовым. Вот, все это является общей картиной для создания внутри Российской Федерации условий для эмиграции, условий для перемещения людей. Соответственно, не будем как бы скрывать, то есть сокращение численности населения, то есть кардинально. Вот, ну все прекрасно понимают, что это к этому приведет, особенно уничтожение мелких денег, мелочи, вот, поэтому зато природа у нас красивая и, соответственно, все эти вещи, которые я описал, они мной продуманы и имеют хорошее обоснование, то есть в психологии поведения людей за деньги и с деньгами. Спасибо.